Установка бокового дефлектора 2D от компании Стрелка 11 на J-Tour T2. Что такое 2D? Это плоский, даже мягкий. При установке будет стоять жестко, красиво. Самое главное, будет все это бесшумно при открытии окна. Как видите, мы уже открыли окно для проветривания. Чтобы все видели, насколько можно открыть окно, чтобы вода не попала вовнутрь автомобиля. Даются спиртовые салфетки. Протираете там, где клеите. Мы это, конечно, уже все сделали. Установка происходит по верхней части двери и по боковой части. Будет немножко стоять под наклоном. Снимаю защитную пленку. Начинаем установку. Установили. Переходим к передней части. Берем тряпочку, чуть-чуть придерживаем и начинаем доклеивать. Он еще у нас в защитной пленке. Установка второго дефлектора. Также снимаем защитную пленку. Смотрим на первый дефлектор. Чуть-чуть подклеиваем. В воздухе выравниваем. И смотрим, чтобы у нас совпал вверх и вниз. У нас совпал. Здесь также по двери, по верхней части. Снимаем защитную пленку, слегка подклеиваем. Берем полотенечко. Придерживаем и доклеиваем. Видим, что у нас все ровно. Замечательно. Также есть третий дефлектор для декора, чтобы закончить всю эту красоту. Сделан он стиль этого автомобиля. Также снимаем защитную пленку. Здесь мы устанавливаем, также смотрим на дефлектор. Не к верхней части крыши, а именно на дефлектор смотрим. Чуть-чуть подклеили. Смотрим, что у нас все ровно. А у задней части мы как раз-то клеим по верхней части облицовки, вот это черное. Снимаем защитную пленку. Берем полотенчика и основательно уже доклеиваем. И сейчас будем снимать защитную пленку. Если вы не нашли товар от компании Стрелка 11 на свой автомобиль, также 2D дефлекторы, лобовой дефлектор, защита сетки, также защита камеры, то, пожалуйста, звоните, обращайтесь. Разработка от компании Стрелка 11 будет бесплатной. Звоните в компанию Стрелка 11. Данную продукцию вы можете приобрести в интернет-магазине компании-производителя стрелка11.ру. Прямые ссылки на сайт и товар находятся под видео.